Добрый день, друзья! Вы снова на канале «В гостях у Владимира». И мы отправились, у нас выдалось времечко, отправились очередной раз доехать до Кинеля, попробовать в затоне порыбачить. Не знаю, лед стал, не знаю, нет. На озерах-то лед стоит уже, отлично. А вот на Кинеле не знаю. И вот хотим доехать, сейчас попробовать. Буквально час-два. Попробуем, что получится у нас. Так сказать, ротана мы уже по первому льду ловили. Уже удачно состоялась рыбалка. Ссылочка внизу. По поводу рыбалки на ротана. Можете видео посмотреть. А вот на белую рыбу или на окуня, на хищника, на речную, мы еще не выезжали. И вот хотим попробовать сейчас доехать. У нас тут есть одно местечко, затончик. Если там лед стоит, то мы попробуем порыбачить. Не прощаемся. Посмотрим, что у нас из этого получится. Едем на рыбалку на речку. Едем по лесу. Красота. Снежочек. Все припорошил. Погодка на улице минус один, наверное, не более. Сейчас мы глянем, у нас датчик есть температуры. Сейчас посмотрим, напрямую выйдем, чтобы нажать нам. Так. А, ноль. Ноль градусов показывает датчик. Ну, тоже хорошо. Лес весь в снегу. Красиво. Оп. Сшибаем ветки. Немножко все подзаросало. Подзаросло все. Вон кормушка. Зверей кормят. Ахтоведы. Из соломы. Вот тут все истоптано. Вон, кабанчики или кто-то кормились, наверное. Искали корм себе, желуди или что-то. Вон, зверюшки есть. Егеря их подкармливают зимой. Им благодать тут. Так. Нам вот тут вот надо вокруг дерева объехать. Дерево. Вроде дорога была, я. А самое главное вписаться в поворот. Оп-оп-оп-оп. Отлично. О, не торопимся, аккуратненько. Вот уже выезд. Почти проехали через лес раньше. Здесь прямой дорог, на прямой дорогу было, дерево упало. Объезд нашли вокруг дерева, не стали трогать. Пусть лоси грызут кору. Ну вот, сейчас мы... Ой-ой. Ага, выехали, нормально. Сейчас мы выйдем и попробуем посмотреть, лед есть, нет, на нашем затончике. Если есть, если там никто не рыбачил, то есть шанс первым быть в этом месте. Ну ладно, не прощаемся. Смотрим дальше, что у нас получится. Ну вот, друзья, мы прибыли. Да, никого здесь не было, мы первые. Кромка, правда, около края. Прям тоненькая, но мы шагнули, чуть вроде зашли. Ну вот, сейчас попробуем, пробурили несколько луников вокруг корешки. Посмотрим, что у нас получится. Рыбачить мы будем на мормышку. Сейчас мы найдем, какую мормышку. Так. У нас тут их всяких хватает. Вот на эту, я думаю, я буду пробовать сейчас сначала. Опарыш будем подсаживать. Вот у нас, ух, с того года опарыш засох на крючке. Ну ладно, вроде счищали. Ну вот, козочка у нас есть. Попробуем сейчас. Лунки я не чищу, потому что окунь с сорожкой, если он подходит, вернее, если она подходит, рыба, то я думаю, она сильно не боится. Сейчас мы попробуем тут
выставим, сколько у нас тут глубины, посмотрим. Тут, я думаю, метр, наверное, с небольшим, а может даже метр. Не больно глубоко. Пока вот так пробно. Так, опарыш-то мы взяли. Сейчас достанем. Будем пробовать по первому льду на реке. А там вон дальше вода текет. Нету еще полностью льда. Насаживаю я вот так вот. По одному опарышу на каждый крючочек. У меня коза. Двухрючковая. Вот так вот. Если клюет он сорожкой и все подряд, все равно берет. Делаем отверстие небольшое. И, ну, с Богом. Дно выставляем. Ну, нет, дно больше. Ну, нашли дно. Вот. Ну, пробуем. Все у нас получится. Так, надо отрегулировать кивочек. Не знаю, есть здесь рыбка, нет. Может быть и нету. Еще искать, может, придется. Ну, дело такое. По одной постучали немножечко. И потихонечку. Ну, лучше, конечно, мотылька, но мы не заехали. Магазин просто с фонтана что-то решили доехать посмотреть. Обычно здесь, когда первый кто-то приезжает рыбачить, если удачно попадается, то клюет рыба нормально. Ну, сейчас буквально по 10 проводочек на каждой лунке. Если нет, то дальше пойдем. У нас тут затончик небольшой, можно побурить, посмотреть, пройти. Может, где-то окунь не найдем. Сорожка, может, или еще что-то. Какая-то бель. Чем хорош первый лед? Потому что тонкий лед. Бурить лунки очень легко. Тут буквально что, вот, сантиметров 10, наверное, не больше. Да, уже вот, ну, 7-8 сантиметров лед толщиной. Не хочет что-то клевать. Может быть, нету рыбки. Может быть, ушла куда-то. Ну, так-то, в принципе, глубина достаточно, чтобы лунку не очищаю. Хоть и на улице не яркое солнце, но все равно. Ну, на 10 сантиметров глубже. Оп, вот трогает. Вот это, ребят. Эх, мы жерлицы не взяли, жалко. Ну ладно. Первый окунёк наш. Эти какой? Первый окунёк. Ладно. Мы его аккуратненько снимаем и отпускаем. Пусть бежит. Он даже не уходит из лунки. Никак не сообразит, куда ему. Вниз иди, дружочек, вниз. Первый окунёк. Крупный. Ну ладно. Рыба. То, ну, если есть, он сразу отозвался. Ну, опять такой же. Да, я думаю, мы напали на рыбное место. Но рыбу здесь не айс. Ну, посмотрим, где-то папка с мамкой должны же быть.
Если такой мелкий есть, то значит где-то есть и покрупней. Погода чудная. 0 градусов. Чуть-чуть парит. Побыстрее амплитуду попробую. Вот, о, кто-то трогает. А кто-то трогает уже аккуратненько. Ну, посмотрим, кто это у нас тут. Кто-то или мелкий, или чё. Может быть, папка с мамкой подошли. Чё, укололся? Вроде и как бы по губам. Бывает, на опускание клюет прям жадненько. Попробуем повыше поднять. Может, повыше, какая рыбка стоит. Лед-то непрозрачный, может сходить в любой плоскости, на любой глубине быть. Нет пока. Сейчас мы еще вот так вот леску отпустим, чтобы нас довольно низко опускаем. Неудобно. Хочет. Мы сейчас попробуем в другой лунке. Так, по кругу идем. На углубление, потом опять ближе к коряшке. Попробуем. Что тут у нас дно? А, тоже такое же. Надо чуть, как бы, на несколько сантиметров поменьше. Лед заметил, окунь все-таки клюет. Как-то в теплую погоду он не очень. А вот в мороз, когда, гораздо лучше берет. Почему, непонятно. Не знаю, жирует. Старается наесться. Не знаю. Но почему-то вот в мороз лучше клюет он. Когда мороз.
Тишина. Ладно. Другую луночку пойдем попробуем. Они все вокруг коряшки мы обурили немножко. Бывает, вот тут вот не будет клевать, а вот там будет клевать. Сейчас попробуем. Все, везде пройдем. А здесь чуть поглубже. Ух ты! Брал окунечек. Вот он окунечек клевал. Ну, как-то осторожно. Без особого. Надо его попробовать, чтобы он... Кто-то трогал. Или окунек, или бель. Кто-то осторожненько прям. Чуть тронул. Мы даже не поняли, кто это был и что это было. Ну, сейчас попробуем другую мормышку поставить. Может быть, другая мормышка более понравится. Опарыш есть опарыш, конечно. Ну, когда клюет, и на опарыш клюет. Мотыль он. И в Африке мотыль. Сейчас мы вот так попробуем. Более чистотно сделать проводочку. Значит, укололся, наверное, все-таки немножко. Ну ладно, привлечем сейчас мы его. Я думаю, мы сейчас попробуем еще. Здесь коряшка все-таки. Блюсенку все поставим, попробуем. Какую-нибудь маленькую блесенку небольшую. Бывает, на мормышку не берет, а на блесенку. Ладно, у нас еще одна лунка есть. Сейчас мы попробуем здесь. Что у нас по глубине и заодно по рыбе. Глубина такая же. Вот он сразу. О, вот он, если берет, то он сразу берет. Ну, хороший окунишка. Вот прям достойный. Хороший окунек. Вот он красавчик как. Раз Юрий пенился у нас. Вот он если берет, он... Чуть я по дну только начал стучать, он тут же жадно схватил. Там, может быть, все-таки бель была. Вот он еще один. Ну, этот мельче. Ну, ладно. Пока в сторону. Потом отпустим, если что, мы его... Ух ты, по губам я его. Ну, вот вроде тут стоит окунек у нас. Ну, я говорю, может здесь клевать, а здесь может не клевать. Вот он меленький. Но этот меленький, мы его сейчас отпустим. Блин, на два крючка аж прям засел, жадно взял. Иди. Меленький. Меленький.
Дикий. Ну ладно, мы сейчас вот в сторону. Сейчас мы их чуть попозже отпустим, чтобы они нам сейчас не мешали тут статистику. Не рушили. Сейчас мы пойдем сверху вниз. Вот он, вот он, вот он. Вот, вот это уже более-менее окунек. Вот он. Вот я говорю, если клюет он, как из пулемета, если он здесь стоит. Сейчас мы его сверху вниз на опускание потихонечку. Это самое главное. Пока все. Я думаю, что да, пока все. Верно. Буквально. Ну, значит, будем ходить сейчас вокруг коряшки, здесь сверлить недалеко. Смотреть. Если такой окунь есть, то должен, значит, рядом еще быть где-то. Может быть, повыше он стоит где-то. Сейчас посмотрим. Вот он. Все-таки вымучили мы его тоже. Вот он. Стоит. Значит, стоит все-таки. Стоит рядышком. Так, стоит. Ух ты, муха какая-то летает. Оттаяла, 0 градусов. Да, жалко, мы жерлицы не взяли. Надо было жерлицы взять, попробовать. Он там где-нибудь поставить. По дну сейчас постучим. Чуть кивочек пожестче сделаем, чтобы... Вот он, вот он. Засранец. Небольшой. Так, мы такого отпускаем, короче. Этого отпускаем, этого тоже отпускаем. Пускай они живут, растут. На следующий год как раз будут. Эти три пойдут на засолочку. Эти три пойдут на засолочку. Так, ладно. Ну вот, три окунька. Здесь нас тоже трогал. Сейчас попробуем здесь. Я думаю, что он далеко никуда не ушел. Может быть, отошел куда-нибудь.
попробуем сюда. Вот в эту лунку. Здесь у нас мелкого мы ловили. Ух ты, засранец. Вот засранец. А берет как это. Клюет прям аж как с пулемета. Жадно. Блин, губу ему. Ну, отпустим. Вот так пускай бежит. Как с пулемета. Жадно ж берет. Ничего. Не хочет. Сейчас мы тут еще раз попробуем. Где этих ловили? Хулиганчиков. Вот он. Вот он. Так-то вот неплохой. Что, не хочет брать другой почему-то? Непонятно. Лунки. В этой лунке только берет у нас. Ну ладно, пускай в этой клюет. Сейчас сверху вниз пойдем. Вот. Удар был. Но промахнулся. Может, меленький. Эх ты! Ну вот, содрали нас опарыша. Вот я и говорю. Опарыша у нас содрали. Сейчас мы насадим второго. Вот так вот. Этот. Надо еще один опарыш. Да сейчас попробуем на одного. Ну-ка на одного попробуем. Что у нас будет? Показывать. Ой, дети. Что-то аккуратно берет тут. Мелкий, наверное. Ух ты! Ты как хорошо ударил-то, ё-моё. Тут... Вот. Их ты! Ну да, по губам я ему смазал. Насаживаем второго, чтобы метёлка наша больше была. По губам я ему прям дать. Рот у него большой. Но он уже не подойдет, я его уколол. Я чувствовал, как он чуть цепанулся и... Ну да.